В Казахстане проведена уникальная операция. Врачи пересадили печень годовалому ребенку. До этого медицинское вмешательство подобного рода разрешалось лишь с 5-летнего возраста. Пересадку столь маленькому пациенту трансплантологи делают уже второй раз. Первому пациенту год и 7 месяцев. Диагноз цирроз печени для родителей Жигера прозвучал как смертный приговор. Ему не смогли помочь доктора ведущих российских клиник. Спасение нашли дома. Донором стал родной дядя малыша. В Национальном центре материнства и детства группа из 11 лучших хирургов Казахстана и Турции больше 14 часов спасала жизнь мальчику. И сегодня малыш оказался в центре внимания первого международного форума трансплантологов в Астане. Мы приехали из Джамбулской области, Меркентского района. Ребенок с рождения болеет у меня. Мы куда только не обращались, мы в Бишкек даже, в Россию ездили, но все равно. Вот по квоте нам сделали операцию, все хорошо сейчас. Более 300 ведущих хирургов из 30 стран мира. Сегодня все они собрались в Астане, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития трансплантологии. Столица Казахстана не случайно стала местом проведения медицинского форума. За последние 2 года наша страна вошла в число государств, где успешно проводят сложнейшие операции по пересадке органов. Только в прошлом году в Казахстане сделали 445 трансплантаций почек, 76 операций по пересадке печени, а 21 пациенту подарили новое сердце. Но реально потребность в разы больше. Только в пересадке печени нуждаются около 300 казахстанцев. И опыт Турции, мирового лидера трансплантации органов в решении этой проблемы, интересен нашим докторам. Мы уже подписали ряд соглашений. И сейчас будет у нас очень тесное сотрудничество. Мы сейчас прошли этапы, когда мы кидались во все стороны. Теперь мы хотим ориентироваться только лишь на стабильное государство, которое с нами вместе будут работать именно над этой программой. Программа и проблема в том, что у нас сейчас не хватает специалистов. Мы сейчас будем готовить специалистов. Мы уже начали готовить специалистов по трансплантации органов.